Я вижу что-то внизу. Причалим здесь?
Ты видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Смотри. Слушаюсь. Карта сокровищ. Отлично. Еще одна для коллекции. Еще имя. Эйр! Это имя одной из валькирий. Очень любопытно.
Вы уже добрались до склада Фафнера? Чем могу служить? Эй! Ну а ты, юноша? Спасибо, что взял подходящий размер. Это понятно, тебя как влетает. Вернемся к тебе. Красный цвет. Спаси. Отличная вещь. Я плохого не посоветую. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Это великолепно. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это и так. Не берите в голову. Да? Да. Очищает. Не хотел вырезать дерево. Я еще посильно подарок. А то кровище. Легкие руки деревья. Ты же для этого берешь. Это важно. Начни руки. Прекрасный выбор. Отличная вещь. Уж я-то плохого не посоветую. Отличная вещь. Я плохого не посоветую. Носите аккуратнее.
Что же еще? А! Что приглянулось? Забывай мыть руки. Здесь есть на что посмотреть. Куда же мы теперь пойдем?
Куда пойдем? Что здесь было? Неужели? 8 тронов. Хватит юлить, голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного. Вы уже добрались до склада Фафнира? Последнее. Да. Можно отдать их призраку. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... Неважно. Давай отнесем... Вперед!
А, Фафнир. Всегда хотел узнать, что с ним стало. Стой! Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый. Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Он закован. Ну что, поищем связующие алтари и освободим беднягу? Да, парни? Ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини Ванов.
Сын, сюда. Кто это написал? Нашей встречи многое изменилось. Тогда я был с ногами. Come on.
живой? Осталось двое. Берегись сзади! Так, мелкий уродец. Ну, он стал драконом, а характер не изменился. Но почему кости гульбейк разбросаны? Обычно для осквернения. У разбросанных костей жалкая душа. В Вальхаллу не попадешь, если твоя рука на одном берегу, а голова на другом. Спроси у призрака. Он наверняка охотно тебе расскажет.
Вот это находка. Еще имя. Гейрдрифул. Еще одна валькирия. Это не совпадение. Но кто вырезал их на светильниках Тюра? Получай!
А ворота мы так и не открыли. Может, попробуем? Ого, их тут два, и они огромные. Почему они не двигаются? А вы двое грозная сила.
Здесь должна быть башня, ведущая в Йотунхейм. Но у меня странное чувство. Без сомнения, это связано с какой-то странной магией. И могу смело предположить, что ты эту магию чувствуешь. Внизу что-то есть. Причалим
Oh!